уже борется Мендирашвили, грузин. И вот у нас нет, все-таки Бугасар Сайтиев, конечно же, самый титулованный. А Сажид Сажидов борется с грузином Мендирашвили. Бугасар Сайтиев высокий, стройный, как хлыст, спортсмен, очень волевой, в красном трико и ранее, соответственно, в синем. Пока суть до дела, скажу, что феерическое его было вхождение в большой спорт. В 95-м году выигрывает молодежный чемпионат мира, и через месяц его везут на взрослый чемпионат мира в США, где он рвет на части всех самых сильнейших вольников в этом весе, включая и турка чемпиона мира, и немца Лайпольда, с кем он потом на протяжении всего десятка лет будет регулярно встречаться. Затем Бугасар Сайтиев ни одного чемпионата мира, на которых боролся, не проиграл, а их было 5, это уже 6-й. Вяжет традиционно руку, вот он любит вот этот захват. Захват очень гибкий парень, нестандартная техника, его боятся атаковать, вот, и делает результативный бросок, хотя накатывал по ходу иранец, бросок хлыст провел, в опасное положение ставит, мощно очень борется Сайтиев, с таким настроем выйти в полуфинал, я вам скажу, это говорит о колоссальной силе воли, опыте, желании. А ведь он ветеран уже считается, уже седой. Если так близко посмотреть, виски седые. Вот видно, уже серебром блестят. Досрочно, за минуту 36, убирает с преимуществом 6 баллов. И более того, посмотрите, ранец показывает на плечо. Вот он, наш капитан команды, сухой, строгий, жесткий в отношении то, что касается ковра. Что-то там отсматривают судьи, разбирая ситуацию. Может быть, им спорным показался первый прием. Вот делает бросок, ну, четко на спину. Нет, еще удерживал в опасном положении. Тут и ранец не переворачивал. Это продолжал, вот, чувствовал движение Сайтиев. Ну, 3 балла за тот бросок. И сейчас поставит в опасное положение. Сейчас судьи ту же самую картиночку смотрят. Только с другой камеры, не с телевизионной, а своей. Вот сейчас нам показывает судейский монитор. В чем там загвоздка, что они осматривают? Непонятно для меня. Ну и таким образом счет 3 балла, 6-0, досрочная победа в поединке. На соседнем ковре кубинец и украинец 1-1. Сажид Сажидов первый поединок выиграл у Мендирашвили, во втором доборолись до нулей, и Сажидов берет за ногу соперника. Ключевой там момент, пока у нас пауза. Ромеро взвинтил темп колоссально и выигрывает еще один балл у чемпиона Европы. Это вес 84. Ну, а у нас все четко. Бугасару Сайтиеву, вот, вы знаете, пока судьи разбирались, столько времени прошло, что спортсмены восстановились буквально, как будто и не боролись. Вот эти 2 минуты. Дмитрий Георгиевич Мендирашвили, седой такой тренер красноярский, создатель красноярской школы борьбы. Ну и Адлан Вараев, серебряный призер Олимпийских игр. Тоже чеченец по национальности. Но вот ему не повезло. Довольствовался серебром, а очень хотел выиграть золото, будучи чемпионом мира в свое время. Дмитрий Георгиевич, тренер Ивана Ярыгина. Отдает Сайтиев ногу. В свое время славился тем, Бугасар, что его боялись атаковать. Вот для любого другого спортсмена это положение проигрышное. А иранец грамотно пытается вытащить за ковер Сайтиева. И удается ему это сделать. Бал. Что там? Не дают. Не дают. Возвращают в стойку.
Так вот, Сайдиев, почему опасно атаковать? Он ухитряется из таких захватов. И сейчас посмотрите, как мощно проигрывает. Мощно проигрывает 2 балла, уже 3-0. Хороший ранец, хороший. Да. Минута не прошла с начала встречи. 3-0. Что предпримет Сайтиев? Третий период будет? Или постарается что-либо сделать за оставшуюся минуту? 3-0. Отыграться очень тяжело по нынешним правилам. Очень. Опять ранец проходит к ноге. Сайтиев позволяет это сделать. Главное, чтобы ранец не прочувствовал себя там хорошо. Ну вот, переворачивает 2 балла. И опять в опасное положение ставит. И 3 балла удержит. Вот так вот, ребята. А это Сайтиев. Такие рождаются не каждый год. Бувайса как минимум сравнивает счет. Но не отпускает соперника. Там обоюдная такая завязка. Еще раз попробует, наверное, вытащить. Но он уже выигрывает у иранца. По последнему движению выигрывает. Иранец первый набрал 3 балла. Сайтиев следом за ним. Ну, опасно, нельзя ничего позволять иранцу. Ну и выигрывает 2 балла еще раз Сайтиев. А посмотрите. Интересная завязка, просто время остановилось. И выигрывает полуфинал Сайтиев. Будет бороться капитан нашей команды с чемпионом Европы венгром. Вы знаете, пока Сайтиев за свою фантастическую карьеру, начиная с 95 года с молодежного чемпионата мира, и по сегодняшний день проиграл лишь один поединок. И произошло это в досадном австралийском Сиднее, где в четвертьфинале проиграл он американцу. Больше Сайтиев ни одной схватки не проигрывал. И здесь, казалось бы, да, вот посмотрите, начало какое мощное, как ранец выходит вперед. Здорово провел атаку. И сейчас спокойно разворачивается. И вот он, победный переворот Бувайсара Сайтиева. И время остановилось. Еще неизвестно, сумел бы иранец что-либо сделать. Вот вам и ветеран. А вы знаете, там какая-то фантастическая схватка между Мендерашвили грузином и Сажидом Сажидовым.